Приветствую вас, и очевидно, что поведение человека связано с его значением его поступков для него самого. То есть человек совершает какие-то действия. Человек совершает какие-то поступки для того, чтобы самоутвердиться за счет вас, за счет других людей и так далее. И если этот человек не состоял, например, с вами в отношениях, или если между вами не было сильных ссор, допустим, или если ситуация такова, что не было, ну, что не было обид каких-то вот, ну, серьезных по отношению к мужчине, то нужно сказать, что молодой человек просто-напросто вот, использует вас и всю эту ситуацию для того, чтобы самоутвердиться. Вполне возможно, что у него имеет место быть защитная реакция на что-то. То есть, может быть, он пытается что-то доказать там себе, может быть, он что-то пытается доказать там вам, может быть, что-то пытается доказать там еще кому-то. Такое бывает. Вот некоторые люди, они, знаете, вот, постоянно ведут какой-то спор, да, с тем, ну, с тем, кому они пытаются что-либо доказать. Это нужно понимать, и понимать довольно хорошо. Значит, по сути дела, вам стоит ориентироваться на свою реакцию по данному вопросу. То есть, например, если мы к этому человеку не безразличны, то, соответственно, определить для себя, почему он так себя ведет, да, и, значит, соответственно, решите для себя, либо вы с ним, либо вы там как-то все-таки будете от него отдаляться, да, и не обращать на него внимания. Вот. Но в любом случае нужно сказать, что на данный момент мужчина думает по большому счету именно и только о себе. Это вот то, что нужно понять. То есть им движут исключительно только лишь его личные мотивы, его личные потребности и не более того. Вот. Хотя, конечно, ну, окончательно, чтобы вот как-то вам помочь с этой ситуацией определиться, я думаю, нужно бы более полно разобраться в этой ситуации. То есть, по сути, можно провести консультацию, да, и в ходе консультации рассмотреть всю ситуацию более подробно, для того, чтобы понять, для чего же все-таки мужчина вот так себя ведет. Я думаю, что одной консультации для решения этого вопроса хватит вполне. Другое дело, почему вас это волнует и какое у вас отношение к этому, вот это уже другой вопрос. И вот для этого может потребоваться больше работы. Но опять же, если вы сами этого хотите, понятно, что заставлять вас никто не будет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.